Мастеров вдохновения чествовали сегодня в городской детской школе искусств. Там подвели итоги ежегодного конкурса среди преподавателей и руководителей учреждений дополнительного образования. В этом году состязание сделали открытым, мог принять участие любой желающий. А потому и призеров с победителями в различных номинациях на сей раз оказалось непривычно много. Это, наверное, открытая трибуна для того, чтобы заявить о своих результатах, успехах, достижениях. И в связи с этим я думаю, что очень скоро у нас не будет отбоя от желающих участвовать в этом конкурсе, потому что каждый преподаватель решит для себя обязательно принимать в нем участие только с одной лишь целью, чтобы учиться. Отдельная сложность для участников – публичные выступления. Ведь концертом на сцене педагоги готовят своих воспитанников, а сами чаще всего остаются в тени. Судьи состязания изменили привычный уклад, но и награды разделили соответствующим образом. Отметили сильнейших концертмейстеров, вручили дипломы за оригинальность и перспективы, а также выделили множество других интересных номинаций. Педагоги удивительны, потому что каждый несет в себе свою методику, свой язык, свой подход к ребенку. И вы знаете, даже те преподаватели, которые сегодня держат в руках лишь диплом участника, это все равно победители, потому что они переступили страх, они показали свое мастерство.